Добрый день. В Грузии зверски убили самого знаменитого транса грузинского, Кесарию Абрамидзе. До 2014 года он был беса Абрамидзе. 37 лет было этому трансу. Говорят, что убил возлюбленный за то, что он или она, вернее, она, Кесария, выложила совместное фото в соцсетях и как бы сплавил. 10 ножевых ударов нанес, в общем, зверски убил, сейчас его ищут, это охранник какой-то. Кесария Абрамидзе в 14 году стала Кесарией, повторюсь, до этого было беса Кесария, сделала операцию. В 18 году представляла Грузию на конкурсе трансов, на конкурсе красоты трансгендеров в Испании. Меня вот что удивило, что в очень многих средствах массовой информации все время подчеркивается, что Кесария была знакома с иностранным агентом Максимом Галкиным. На основании того, что в День влюбленных, 14 февраля, она выложила фото совместное с иностранным агентом Галкиным. Вообще, я должен сказать, что с мужем Аллы Борисовны Пугачевой кто только не хочет фотографироваться. У вообще людей известных не принято отказываться, когда им предлагают сделать селфи. Ну вот, крайне редко. Крайне редко. Я помню, что вот не так давно Майкл, персонаж его Майкл, этого актера, Майкл из «Универа», рассказывал, что когда к нему обращаются сделать селфи как Майклу, не знаю его настоящее имя, тогда он отказывается. Но, в принципе, настоящее имя иностранного агента Максима Галкина достаточно всем известно, и то, что они вместе сфотографировались, и то, что это фото выложено в День влюбленных, ничего не значит. Я уже неоднократно говорил, что как человек, работающий на телевидении, я не слышал, чтобы в свое время, когда Галкин, иностранный агент, не будучи еще иностранным агентом, конечно, работал на нашем телевидении, чтобы он встречался хоть с каким-нибудь мальчиком или мужчины. Правда, с девочками он тоже не встречался. Короче говоря, доказательство того, что он там гей и вообще как-то... Сочувствующий, да, потому что, ну, он женат на Аллу Борисовну Пугачёвой, которая всегда крышевала ЛГБТ изначально. Еще вспомню, что Борис Моисеев, это был ее креатурой, еще когда он был танцором, она, собственно, вытащила. Ну, песня совсем не о том. Про эту Кесарию я оставлю небольшое видео, интервью с Кесарией Абрамидзе на грузинском телевидении. Ну, просто для того, чтобы вы увидели, как она или он, или оно выглядело. Ну, в принципе, как бы, когда убивают человека, жалко. Вот, а вот я обращу ваше внимание. Видите заголовок? Убита первая женщина-трансгендер в Грузии, которая снялась с Максимом Галкиным. Это выносится в заголовок непременно. Полиция считает, что вот в убийстве подозревают Беку Джаяни, который является охранником бара «Ратис Бар» в Тбилиси. Возбуждено уголовное дело. И директор департамента центральной криминальной полиции Теймураз Купатадзе пообещал, что виновный обязательно будет наказан. Несколько дней назад Кесария заявила об абьюзивных отношениях, там опубликовала 5 признаков того, что твой парень тобой манипулирует. То есть, собственно, это и дало основание подозревать этого самого охранника, который был ее бойфрендом. В 2014 году, повторюсь, она заявила, что сделала операцию по смене пола. Когда убивают человека, это всегда жалко. Но я здесь, вот, собственно, песня не о том, что убили. Убивают не обязательно, как мы понимаем, трансгендеров. Это убийство на почве страсти или на почве разборок, непонятно. Собственно, нас это интересовать не должно. Я просто про профессию. Я еще раз хочу обратить внимание, что в заголовок упомянут Максим Галкин, что я, собственно, тоже и как бы сделал, потому что об этом рассказываю. Да, я должен каждый раз напоминать, что Максим Александрович Галкин у нас признан иностранным агентом. Вот, а в Грузии, в принципе, на самом деле, это достаточно консервативная страна, хотя они там всячески...
pion. Mon Dieu. C'est ma plaque. Armindoda, très loin de la prochaine, on croit qu'il est grave mal. Mais tu as un gars, il croit que c'est un gars, il croit que c'est un gars, c'est un gars. Romanza, c'est un acteur, tu as un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. Հայս պաստենը կավ շիրապիտոյի ծարը մեր, դա աղոն ձահանիս էտ մեկաբրում տեկստ է, բրմետ է երպրել։ Մեր էր աղացոտ այն ամծար է պոստից կոնդա, խո՞։ Հո, գիտը կաք էթը մեր որը պոստի, չեմ սետա, մեր Գորամ շերոսի։ Չոնի է։ Սարիյան, սաղամը շիտովիսա։ Եսո։ Սասիտովիսա։ Գորամ մատլարը ծնով տերտմանեց։ Մատլարը ծնով տերտմանեց ամը խողում դիմոցերի դան կավության տերտմանետից, ոտա իսետ Սասացիլու սիտուածիաշի, անու բլոգի ռոմելից լավուծերը բլոգ պոստի եխելու դես է թեմասրուկ, այսո առարիս երթադերթի լամազի կալիք, իդև ձալիան պեվրի լամազի կալիք ու սակարտովոշի։ Այս ադ Սիրան, թավարի գնիրիք էսո արիխով սայրթոտիմ բլոգ պոստիս, սուսխոտ եմ ազիք, դա մեր էր աղաց էր գարի չկալեպշի շուրիզի էպիս սկեմմա կանավիտ, հարամ զակրուլի կեք մայ գրեծ ադեպուլի, անույն ասէ թեմարը, դա ծերա Դաց էր ասետ իրաղաց, անը կոմենտարշի մում նիշնա, ռոմ խոմ գեմ գուրամ շերոզիկ ես մուզագա ուղթի, խոմ գիտխարի շեգի պարտելուլի։ Ես իկո սուլ, ռոմ էրս աղմոշտ արգումենտի դա Կակվացնով։ Դու ճավտուլի ծաճիրոտ մովի պիկրպտ կատովցվիտա։ Հավ շայ ուպա, մեր ջեր արվապիրապտ։ Սամդենը ծերի ուզուլի ուրդի երթովա ագեսով։ Մոգծոնց հերթատ գոպնա, թավ սկրտնով ձան կոնվորդ ուղատ, դա հավից ես ռունավ թերթմեն է։ Դա էրթատ ծխավորովտ։ Ար էրթատ արվուծ ծխավորովտ ես եմ տարով խշիրը տարարի սակարտովոշի։ Հուարդ գունավ ստա կոմպլեկսար շենի բոպուլյարովը, դա այս է տսաճարովը։ Ուկվակ է հաղաց մոմենչի մակրամ, ուկա մի խուտարով այս է աթասի ճորեպի գովոլդղի ուրատ հրծել դեպը տխեշիրով իղույցապ չեմ Այս չեմ ախալ ուծնով բիճավ սրով է պլիրտավովի արբրազտեպը
მაგრამ შენ თან რა ხდება ამ ხრივ და სულ რატომ იწევ ხმაურს? ამ ცუთას სამყავს არავინ, ანუ ისეთ სუბკი ფლირტის პროცესში ვინყოფებით და კესვენ გასწობით მე არ მალავარ აძოს, იმიტომ რომ მივესალმები იმ თემას, რომ იყოს გასაჯეროებული ყველა, მე ცოტეს რო ორივე ვართ აკავებული და შესაბამისად არ გავიხედოთ არსაც ყველა. დაახლოებით ამ ეს არის თავარი მიზანი. ძილი ბიჭი ყოფილა ეს ჩვენი გურამი. კი, კი, ძალიან ისეთი. გააგრძელებს ურთიერთობას. მე და ფლირტივის თანასმართ თუ მე და კესო. შენ და კესო თუ გააგრძელებთ მეგობრობას, როგორც თქვენ ეძახით. ისე ისეთივე მეგობრობას, როგორც თქვენ ალბათ გააგრძელებთ, მაგრამ როგორ გაუბედა ფოტოს გადაღებას ან ამებს გავს, იმიტომ რომ მეორედ ვეღარ გადავიტანთ უკვე. ესეთი ფობია დამჩა, იმიტომ რომ ბოლოს იმდენად ყველა ამ თემაზე საუბრობდი, დილით რო ვიგვიძებდი, ეგრეთ ვიხედებოდი მართლა ხო არ მოწოკესა. იმიტომ რომ გააგრძელებთ, ხო? და რა მეხდება თქვენ შორის, თქვენი საქმე.